в Америке, в Германии полицейских учат, если на вас наставили пистолет, выполнять все требования преступника. На канту это со слепо купился. Но иногда это может быть ненормальное психическое, он по-любому есть. Но ненормальный гораздо психологически. Поэтому, если на вас наставили какое-то, допустим, вот в свое время, там, ну опять же, одно дело наставили на гражданского, или человек полицейский, гражданский, да? А он не знает от него. Второй момент, он наставил, а я полицейский или сотрудник специальной службы. Нет, в то же модель вот. Я говорю, я полицейский! И он начинает. Отсюда! Правда? Трех вот так вот туда. Я показываю. Видно. Это было опять же, это было вот сюда ему удар. Может быть вот это туда работа. Но может быть и вот это работа. Релакс, релакс. Вам нужно понять, что это пистолет, а скажем, ребята, это лавы, вот имя обло, охи то дахты. Вам нужно вот это почувствовать. Ребята, то салфита. И ваша задача встраиваться, в зависимости от той техники, которую вы можете делать, или вы делаете очень жесткую технику. И хрисмо беды склеры техники. Или же делаете, опять же, в данном случае сейчас будет очень жесткий удар вот сюда. В зависимости от моей степени подготовки растяжки, я ли с ноги буду пробивать, или же с колена. Смотрите, я туда даю, он выпрямляется и переходим, его взял на контроль, на задержание. А, я его не могу далеко вести, но есть рядом дерево, стена, я его головой туда, бам, и бам, я ему создаю, бам. То есть, опять же, все вот эти вещи, они начинают как бы работать. Показываю работу одного тела. Смотрите, я встраиваю. Телом контролирую. Медушовато он или нет? Я раз, два, три сделал. Здесь. Да, 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 да. Но мы рассматриваем, что это пистолет. Для метанкусинного оплошка. Значит, нужно знать свою, как то есть это быстро приводить, растет. На челюсти то оплошку, что вы уже когда-то галиса подфигнись. Дευτέρη мера στη σχολή μας ο Grand Master Vadim Sarov για άλλη μια φορά μας κατέπληξε, μας γέμισε πληροφορίες, μας γέμισε γνώση, μας έδωσε από την πηγή τη γνώση του συστήματος σπιτσινάς. Όσο γνωριζόμαστε με την τέχνη, αποδεικνύεται ότι είναι μια τέχνη πολύ, μα πάρα πολύ εφαρμόσιμη στον δρόμο για όποιον απλό πολίτη τη χρειαστεί, για όποιον αστυνομικό τη χρειαστεί, για όποιον άνθρωπο σώματα ασφαλείας χρειάζεται να προστατεύσει τον εαυτό του, την οικογένειά του και φυσικά για όποιον στρατιωτικό εκπαιδευτεί κατάλληλα στο συστήμα σπιτσινάς. Εφόσον και το σύστημα σπιτσινάς είναι ένα στρατηγικό στυλ αρχικά και κατόπιν αυτού προσπάθησε να το διαδώσει και στους πολίτες. Είμαι πλήρως ικανοποιημένος
και από τις δύο μέρες ο δάσκαλος υπερέβαλε αυτό, έδωσε ό,τι μπορούσε να δώσει περισσότερο και τις δύο μέρες παραπάνω από όσα είχαμε συμφωνήσει και αυτό τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαι πολύ χαρούμενος που ήρθα σε επαφή μαζί του. Thank you very much. Thank you.